Конфликт стихий. Да можно. Что, вы хотите сказать, я танчу, да? Я понял. Ну, не знаю, смотри, я могу потанчить, Лингрен, ну... Я тоже могу потанчить. Это будет второй раз. Лингрен же, да ты ж танчил уже. Ну, давай. Второй раз будет, ну. Давай лучше ты спекайся, а ты в танке. Я уже. Да, давай ты лучше. Так, ну давай это... Так, чё, рыбу вам въебать? Вот рыба справа. Сейчас пати раскинем, мы просто с тобой свичнемся и все. А чё там, кстати, водикон? Так, ДЦшник у нас будет в этой самой, блядь. Кто будет с темной-то еще прыгать, сука? Всем покидова, удачи. Давай, счастливенько. Счастья, здоровья. Я с темной не хочу прыгать, блядь. Так. Так, блядь. Фарла Ретрик. Фарла в Ретрика на собаку. Собаку первому ну, сейчас спекаться. Синтег, синтег. Синтег, давай. Блядь. Чё-то я, блядь, затупил, пиздец. Как там, блядь? Как вас раскидать-то? Вот так, давай. Синтек сюда, водикон. Девакин пускай, нет. Блять, кто хочет по это... На черной постоять из РДДшников? А, подожди. Так, 9 человек, Геншин и Синтек. Еще один нужен человек, да, на черной кто постоит. А че вы бейте трэш там, ну... Мобов-то. Эти ебаные ПВПшники рядом с Карой, блять, которые хуярят все, что видят, это просто пиздец. Убили, да? Вот уёбки. Ну, не, они нас хуярят просто, ну я не знаю, меня минуту, наверное, били, блядь, мусорки ебаные. Ультрадру меня там хилит, блядь. А, я понял, блядь. Вайп на трэше называется эта хуйня. Идите нахуй, блядь. Хили, блядь. А хил будет? Нет, чё там? Да хилы у нас нахуй квесты в каре сдают, блядь. Ну, да выйдите, вы... Хуярят, да выйдите нахуй. Выйдите нахуй с инста. Сейчас зайдём, а ты выйдите, мабу. А чё, ты только хилай никого? Да. Типа, я два раза сумон просил, меня никто не сумонил. Ну мы тут у шкафа стоим, нахуй, и дрочим. Вот, заходите. Вот. Сейчас, ебать, отработаем триньку, короче, травму. Короче, будут какие-то проблемы с ультрадру, если он там будет конфликтовать, какую-то хуйню сразу свичнем на кого-то. Ну или это, почилить просто отправим. Тыкайте на сумон. Заходите в институт. Сейчас всех сумонем сначала. Нахуй я вам рыбу ставил, чтобы вы сдохли, что ли? Он рыба стоит пока, хавайте. Я хуй знает кому нужен, там разберемся, выпадет если. Ну еще не выпадет, блин, ты уже это паришься.
Ой, бля. Ну вы что, блядь? Биг Дэм обрыгался. Раз это объяснять, как здесь от кейзеров отбегать или что? Или уже не будем? Ну, если кто-то здесь первый раз, я думаю, надо объяснить. Кто нету тут таких? Кто тут мне первый просто раз? Анонсы нужны. Мне просто анонсы нужны. Все. На что тебе нужны анонсы? И кто это? Мидарк. На что тебе нужно? Когда отбегать тебе надо? На поезда, только на поезда. Ты увидишь, когда тебе отбегать надо будет. На поезда, что они типа будут скоро, да, тебе надо сказать? Да, да, да. Ладно. Ну, это... я не знаю, почему у меня ДБМ на него нету. Да тут не надо, тут циклично все. Ну, он же там через какое-то время вроде. Хурюк, он спрашивает, что делать. Так, значит, в звездочку с Миликом начинают... Кто там, блядь, еще нахуй? Ладно, хуй с ним, давай Девакин, Вадикон лучше пусть подамажит. Девакин, ты черный, с черной стороны, с темной стороны, блядь. И там еще Геншин и Синтек прыгаете. Остальные 13 человек, 3, 4 и 3 хила. Ваша позиция, вот где 3 метки стоит. Хилы в ромбике позиционируются. Третья пати позиционируется в кружке. Ну-ка давай Вадикон с личными местами. А четвертая пати с треугольника со стороны, чтобы вы друг другу не мешали выбегать там. Чё, чек на пол. Хурюк, просто бегай, бей босса на сокрушающем. Да, он стебает. Ладно, понятно. Биг Дэм. Все готовы, дает чёрт. Ладно, дайте повару, пожалуйста. Two, хорошенько напуливайте там на него. Вторым таунтом забери. Смотрим, на ком гейзеры будут первые. Первые на РДД, значит, на миликах будет во время обстрела. Берегитесь. Бен Стиллер чилит ультрадру нахуй сразу. Что, блядь, не хватает реакции выбежать с хуйни? Да не успел, я просто прям в середине стоял. Ладно, понятно. На будущее имейте в виду. 3 секунды должны выбежать этого залупы. Смотрите пока, как люди играют. Вот обстрел, маг. Обстрел, блядь. Три милика не смогли выбежать. Берегитесь. На синтеке метка. Сбегитесь там, чтобы он не сдох. И захильтесь. Захильтесь. Выбегите с лужи. Блять, повесь. Развисай. Ебаный, блядь.
Берегитесь. Следующие гейзеры на вас, если что, милики скоро будут. Нас не заденьте, нас не заденьте, нахуй, конфликт своим, вы понемся нахуй. Песа с тучкой сам скинет. Бегите или умрите. Обстрел. Угу. Молодцы. Ревностный прокнул танк. Скоро гейзеры на миликах. Давайте РДД подальше от них, нахуй. На 40 метров отойдите, блядь. Чтобы мы было куда бегать. Берегитесь. Захильте миликов. Гейзеры на нас, если что, скоро будут. РДД готовимся. В миликах уже были, оно все по очереди идет. Вот обстрел последний. Не словите конфликт. Вот это хуйня одновременно. Выпрыгнули. Все, лям добиваем. Сметка, не сбегайтесь. Сдыхай, бидон, сдыхай, похуй. Шектор дохилит танк и все. ГЦ, ребят, добились с первого раза. Ну да. Ну потому что бичи сдохли сразу на гейзерах. Почти без потерь. Нихуя, вот сколько я за поясом гонялся, а вот он уже третий раз упал. Ну. А я за ним, блядь, полтора месяца почти ходил. Эти перчатки нужны, Войд? Сейчас я посмотрю, что там, блядь, и подумаю. Так. Топор надо кому-то? Вообще эти перчатки мне нужны. Сейчас посмотрим. Так там... Зависит от того, какая чарка там. На миску. Подождите, ничего не говорите лучше. Топор надо кому-то? Я по порядку иду, по выпавшему луту. Вот фарла надо, на тебе. Так, что это? Ступни, ткань, чего там? Рейтинг критического удара. Ступни, ткань, скорость, крит. Вы пойми. Ну это РДДшникам, наверное, что-то прям хорошее такое. Это вообще охеренные ступни. Так, давай подумаем. Мистери. Так, мистери. Ну, давай, значит. Так. Валкар, мистери и Песа. Кидайте ролл. Песа минус. Валкар, мистери. Мистери, кидай. Так, сейчас я найду. О, ляд, ты шо? Вообще класс. Так, шо это? Глубокая рана, разорвать. Это на этого, на кота, нахуй. На мишку. Нет? Дикирёв. Дикирёв это на кота. Ну, надо взять, наверное, на мишку покрутить. А, точняк. Ну, похуй. Ну, она котовская, но... Ну, ее надо себе. А что у тебя там топа горишь? Второй чарки нету, да? Мне самое... Нет, я на другой спек еще собираюсь собирать. Ага. Ну, бери, бери. Не нужна она особо еще упасть. Скипание лавы, короче. Скип... Что-то я не вкурю. А, это Энах, блядь. Угу. Бидоны. Энха собираешь. Может быть и Лем. Изгусток лавы, нет, нет. Заряды. Это Энх, наверное. Энх.
пояс. Что это? Божественная буря? Ебать. А это вообще прям шикардос. Это бомба, да? Это прям охуенная тема. Ну, как бы тема. Нормальная вообще тема. Но у меня стоит другая. Буряба и ГЦ. Ну, разбойник. Просто на кого бог пошлет, притону дал. Она у меня есть уже такое, может, кому-то другому. Что у тебя есть? Разбойник. А, ну дай кому-то. Кому надо, кто там самый нытик, плюсаните в рейд просто и все. Кто спать пойдет после того, как ему не отдадут разбойника? Типа, прям кто-то, если коллекционирует, то давайте, или рольте, я хуй знаю. Залупа это, не? Мне не надо, блин. Так, кто будет хилом дополнительным? Два эрдрушника есть. Ой, блядь, или мне в эрдрушника, или Акису лучше. Да, Акиса, давай тебя лучше, потому что... Вот, и мы сыщем тебя с синтеком. Чтобы он пачку хилил. Потому что милик тут так проблемно будет. Сфер, от сферок еще отбегать, еще босс хуево будет стоять. Берите, берите камни. Короче, это самое, тут все помнят, да? Самое главное, когда вторая фаза наступает и проклятие на людей вешается. Выходите лево-право, вот кружок, звезда. Ну, не обязательно в метке, а просто лево-право с решетки выходите, чтобы под решеткой не было. И с мелизоны, из-под босса, из-под ног босса, милики тоже выходите. Вот. Так, хилов, хилов 6. Так, по пачкам. Бряпаич, у тебя же пояс этот есть номинальный. У меня его вообще нет. Может, ты уступишь ему? Просто и ДК играешь, и паладином играешь, и хуй знает. У него 271 есть такое. Да тихо, блядь. Во-первых, у него пояс с двойной атакой. Это раз, выпала чарка. Охуенный. Посмотри, какие чарки у него еще есть. Никаких, блядь. Правильно? Ну, еще вопросы. Ну, а давай вопрос такой, а кем он вообще играет 25-ка? Он то ДК, то паладин, а у меня один персонаж. Ну, у тебя офспек. Всех одевать. У тебя офспек, у него мейнспек. Он сейчас в ретрике. Ну, окей. Его кинуть, ну, ты еще хочешь ему этого ФДК или кого там Блад ДК сделать. То есть, ну, раз два спек на одном чаре, и на другом два спека. Заебись. И что, еще одеваться ему там? Кому еще одеть? Короче, давайте, что, не пойдем тогда дальше? Ну нахуй это надо, блядь, еще я буду сейчас слушать эту хуйню. Давайте решаем, ну, я отдал, как, ну, блядь, что, я неправильно отдал или что, блядь? Ну отдал, да, просто, ну, я заебался, мне по факту тут плечо и вот этот пояс, а похуй какой бонус, мне его просто тупо нет. Ну смотри, я занимаюсь. Просто я до этого тебе, Славян, сказал, а как я могу на успех поролить, если, ну, я, блядь, всегда, ну, в холике. Мы же эту хуйню раскрывали. А, пиздец, ебать. Вроде, блядь, пришли к чему-то, блядь. Ну, пришли к тому, что ты говоришь, я буду смотреть, кто постоянно ходит на одних и тех же персонажей. Ну, смотри, вот он, говорю, вот он давай... ходит на своем ретер-паладине каждое КД в 25. А, заебись, вместо рейда будем пиздеть. Ладно, хорошо, ты закончил? Да, можно сказать, да? А, вот да. Теперь я скажу. Значит... Ты в Геру ретриком ходишь? А, в Геру? Десяточную или какую? 25-ку. Нет, вот мы гильдии ходим. В холике. Я в холике хожу. Вот. Как только, как только пойдешь ретриком и дашь 20-ку, вот тогда я тебе... Хорошо, вместо, а он Буряба... на ретриком своим не ходит, не даст, 20-ку не дает? Он не дает. У него нету хила и нету танка. Вот. Ебись, надо два перса ему одеть. Окей, я понял. Короче, Буребай, что ты на это скажешь? Давайте еще там, блядь... Ну, да давайте побездим, нужно... не, нахуй надо, ну, давайте. Давайте пить после... боссов, нахуй, заебали. За шапешника. Давайте после РТ все. Не надо пулить, зачем, блядь, ты че, блядь, давай побездим. Буребай, ты тут? КД на шмотку еще там, блядь, полтора часа. Сейчас убьем боссов всех и потом... Да, да, давай разберемся сейчас, нахуй. Я ебал, нахуй. Вы еще сейчас хилить перестанете, нахуй. Потому что... Не, так же буду хилить. Все то же самое, давай. А, будем выявлять это шмотку. Он спать пойдет просто. Я, пацаны, я спать, короче.
Это же всего лишь пиксики, блядь, успокойтесь. Пиздец, в следующий раз выпадет, с десятки выпадет, блядь. В чем проблема? Блядь? Мне тоже нужен этот пояс, мне нужен второй дубликат, чтобы на нем чарку ролить. Блядь. Так. Ну, типа, давайте. Биг Дэм попросил ему отдать хочу. Что вы на это скажете? Тоже короче, давай, какая-то. Давай сюда пояс. Давай мне в обмен пояс, нахуй, сейчас по-другому разберемся. Блядь, а мне бы тебе, подождите, а мне бы тапки бы тебе тоже бы отдать. Давай сюда. Ну давайте тогда все в круг сядем, обсудим. Вот, садимся. Да, давайте, я вот хочу себе вечный холод, к примеру. Я через 20 минут на работу уйду, давайте ТТГ закроем, потом обсудить все. Давай этот самый... Базаришь. С тапками уже в другой раз, Песа, извини. Ну давай вот... Да это... я угораю. Ну, а, да? Жить, если я по факту понимаю, что мне... Как бы они не сильно апнут, там есть люди, кому на них разы нужнее. Все, это самое. Это чистый прикол. Это тапки чистый прикол, мне похуй. Раз такая хуйня, смотрите, давайте закончим на этом. Вот смотрите, делаем вот так. Сейчас я линкую шмотку, и ее ролит Буребай, ее ролит кто там, Шектор, и ее ролит Биг Дэм, нахуй. Кто выиграет по ролу, тот и забирает. И никаких... А можно мне тоже? Кто? Мидарку. Кто? Нахуя тебе латы? Можно? Нет, нельзя. А, это латы. Все, помолчите, блядь. Значит, сейчас кто ее выиграет, пролу, тому я ее отдам, нахуй. А там... Давай, благодарю. И чтоб никакой залупы больше не было, нахуй. Все, нахуй. Не дай бог ты отдашь кому-то, нахуй. Все, блядь, тема закрыта, блядь. Да, спорные шмотки, которые вам надо, дубликаты, хуикаты, нахуй, будем на ролл кидать, нахуй, чтоб без всяких разговоров, блядь. Чек на пол, блядь. У меня не дубликат, мне вообще его нет. Ну вот, я и говорю. А у них они дубликаты. Значит, дубликаты хуй сосать будут, нахуй, будут вы без десятки себе выбивать. Все, это дает счет. Значит, те, у кого нету шмотки, будут ролить, а дубликаты будут во второй раз ролить. Все, поехали. Да и без 10 минут пропиздели, мне не 15. Там напоминаю, на отдыхание. А вы не можете без воды. В натуре, блин. Пустыня, хули не можем мы. Напоминаю, там на дыхании, вот которое через 3 секунды будет скоро. Это прожимаем сейвы свои. Дубовые кожи там и так далее. Эма. Локи похищения жизни кастуют. Ебать, хилый пиздец, жестко чуть не сдохли. Это еще, наверное, из-за того, что подлагивает. Вон сферка, блядь. Ну я там подхилил вас немножко. Я кидаю щит, у меня 2 секунды ГКД. Флешки также ретрики кидаем. Вот дыхание. У меня тоже вообще пиздец, я не могу докастовать даже покрытие. Сальву по локам по всем закиньте. Так, сейчас вторая фаза будет, готовимся. В Акису, походу, идут. А вот, он разольет. Я тебя подхилю, разливай. Сверху. Стоим. Ну, кстати, можно Геру. Геру подрубайте. Дыхание, главное, сейчас захилимся. Геру. Мидарк на следующее геру. Дыхание готовься. Вот, вышли с этих... С платформы вышли с проклятиями. Бублики появились, вышли с них, чтобы вас могли хилить. Мидарк, готовься этот... Читай на хп. Возле бубликов недалеко встаньте, чтобы вы успели добежать. Пиздец, лаги, я нихуя просто не вижу. Проклятие еще раз появилось, выносим. Ебать, 0 FPS. С бублика выйдите. Стримишь? Нет, да. Короче, шелфир на хп, давай и похуй. Сейчас дубовую дам. Массакру дал. Там лям уже добьете. В бублики заходим. Бля, успей добежать, нет? Бля! Нахуй. Бля, успел. Я, короче, это пиздец, нахуй. У всех так лагало. Да. Не знаю, что они сделали с сервером. Что-то какая-то дичь. Я даже стрим, наверное. А, тут 6 человек смотрят, нахуй. Так, глобально. Дробящая.
дробящая. Надо кому-то энхи там, я хуй знает, кого-то. А, ребят, не лежите. На трансмок возьму, если никому не надо. Так, на трансмок. Базара 0. На трансмок. Во-во-во, синдром друида. Какой нахер трансмок? Дай сюда. Вдруг вот когда пригодится. Так, вот смотри, вышла чумная хуйня, вот зноб, вот это на ДКДД, да? Топовая. Да. Топчик. Так, это хурюк. Тебе хурюк не надо такой, у тебя такая есть? А, у меня это, есть. Да, мне... это на анхолика. Так. У меня все шмотки того рода есть. Тогда получается... Мне нужен. Получается тогда это самое, вот кто сотку нажимает, кидайте ролл, блядь. На мага-то тебе латы зачем? Он хочет просто паролить. Он накурился. Вот эта хуйня, грудь, что-то там 30 урона, 320 урона, какая-то хуйня, блядь, надо кому-то? 15. Ну, Буребач, это вылетал куда-то. Я там Шектору закинул, 61 кидал. Ну, смотрите там. Передадите, если что. Только что без пиздежа, без всякого. Так, Мидарк, получай. Это нахила хуйня. Ну, ты чарку поменять можешь. А, тут второй такой же аналогичный грудак. Ну, чарка-то все равно хиловская будет. Да. ДДшная, по-моему, не прокает на этот грудак, да? Так, ну это Шелфиру тогда. Так, и что? И пояс. Чё тут пояс, блядь? А, ну, вот это хиловский. Быстрый. Давай на пояс мы ханемся. Мне пояс, тебе плечо. Какой пояс? Кому? Стой, а разве вот этот кушак? Он... Не, чарки же, по идее, должны меняться. Нет? Или они реролятся за 50. Там чарку можно на СПД выпить, на криту выпить. Вот. То типа, есть значит, можно значит, РДДшкам... значит, хиловская вот это может поменяться, правильно я понимаю? Хиловская, конечно, будет меняться на общую и на хиловскую. Но на духаст шмотку тебе не почарится, блядь, на локовскую чарку, блядь, на маговскую. Понимаешь, блядь? Нет, типа. Классовая у тебя там не будет, короче. Там либо крит, либо хаст. И хиловские, вот. Я вот третий босс. Так, это все заебись. Теперь вот этот пояс, который с чаркой на хила. Нужен кому-то? Песа тебе на ДЦ, да? Одеть. Ну, чтобы там был этот чарка. Нет? Геншин тебе на чё? С дубликатом. Так, на это, паролить. Не, если кому-то он нужен, то это, то отдавай ему. Не, по напомню, серьезно, по поводу этого пояса, я ролю там какую-то чарку на СПД уже 600 баджи выебал. Не повезло, что ли? Ну, вот это... пока еще нет. Все, поехали. Сейчас я подбегу. Вот у меня такая же херня. Я роговскую не могу нормальную поймать у себя. Так у меня тоже носовую крутил, короче. Блять, вот у меня ноги, да, с этим звездопадом. Я крутил, короче. О, не ноги, а тапки. Я крутил ноги, короче. Это, ну, метки выносим влево-вправо, в углы, к стенам. Милики к стенам. Правильно, ты, ну, то есть. Дерарник. Вот. Азиот. Очень простой босс. Отвернулся, выбежал, отбежал. Отвернулся, выбежал, отбежал. И диспелить. Диспелит у нас... Ну, кто, ретрики, помогайте. Роник Лингрен. ШПшники по разу ебанете. Ну, ретрики там, если типа с танка не будет доставать. А, там я сам себя. Пожри шек. Диспелить, магия появится такая, увидишь там, ее надо диспелить. Массовым рассеиванием. Зелененький дебаф такой. Тебе еще отворачиваться надо будет спиной к боссу вставать. Не, это я знаю. И отбегать с меткой. Метки над головой будут, череп, крест появляться. Их надо выносить в край, в этот. В угол, блять, куда-нибудь, к стене. Давай кин. Я понял. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Метки выносим. Вернулись. Вы...
притон... На том же КД все нормально было. Почему так лагает? Не знаю, захильте. Сука, 5 хилов, алло, нахуй. Ну человека зафиряло, вы вообще видите? Блять, всех заставлю Уду качать, нахуй, нихуя не видите. Он сам виноват. Ну так его захилить можно, блять, за секунду, нахуй. Его не хилит никто просто. Один свет небес дал, и все. Метки выносим. Отвернулись. Притон, блять, и Давакин, нахуй. Диспельте, диспельте, чё вы не диспельте? Притон, Давакин, вы что, отворачиваться разучились? Ну, встаньте, отвернитесь, да просто постойте тогда. Минтки. А Гера будет? КД там Гера. Метки. Захильте его. Вернулись. Бля, лагал. Сорян. Это без боя. В центре уже исчезли. Тащите. Начало. Метки. Вернулись. Метки. Вернулись. Что, дрочите или чё, блин? Наверное, лагают, вернуться не могут. Эффект хила и урона убирают, и нормально будет. Так, выносите метки. Берегитесь. Вернулись. Вы умрете. Да ебаный, я тебе только что идр дал, ты сдох. Ну ебать. Че, блять, нельзя спиной на хиле встать или что? Метку выносишь, в прыжке прыгнул, блять, перевернулся спиной, блять, нос и все. Да, кстати, лайфхак. Не надо отворачиваться постоянно. Я весь бой так стою. О, блядь, все упало нахуй на паладина, блядь, в этом рейде. Ой, латники оделись. Пояс упал, блядь, нахуй. Запы упали, нахуй. Что там еще? Плечи упали. А, охренеть, кто-то такой везунчик прям. О, Навара топовая, да? Слышишь этот самый топа? Не, не надо. А тебе вот то, как он называется, кисти рук надо крутить? Ну, крутить да, чар. Да, 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 да. Давай я тебе надо, кисти надо. Рук отдам, а пояс возьму. Он же такой же, да? Такой ну, же. Да. Да. Ну, мне... Ставь ты его. Да не, ты лучше крути этот руки, потому что мне-то пояс лучше, чем руки, блядь. Там же Т4, чтобы не менять.
это пояс закину, а это сейчас тебе в обмен передам. Но танка меч надо кому-то? У кого там танка спеки? Палы, вары. В Каминор попал, ёпта. Так, чё это? Плечо. Ёбаный брат. Духаст. Иствич. Духастовое плечо. Никому не надо, что ли? Это правильно, там Т4. Чё и дырка одна. Шатрат полетел нахуй. Так, кольчуга. С чем она, блядь, с СПДшкой, что ли? Там Ршамовская. Ну, там, если общую чарку, в принципе, можно и паладином всяким. Ну, да. Ну... Не, паладину без крита с МП5, говнище сраное. Так, и запы выпали на глубокие раны. Кто у нас там? Варик. Эти глубокие раны, такой мусор. Святос. Так, где ты там топ? Сейчас я 1400 дам, ИП. Так, кисти рук. Ага. Так, а есть шипешники? Сейчас, были в рейзе? Да, есть. Кто шарит? Мне закапы надо. А на ТТГ, на ГМ, ХМ ты тоже был ШП, да? Да, конечно. Ты шаришь за капы? Ну, особо капов у меня, не знаю, нет. У меня просто 1000 крита есть и 850 хосты. Мы пойдем добивать? 1000 крита. Это 30% всего. Понял. У меня 807. Биг Дэма поспрашивает. А СПД у тебя сколько? СПД у меня сейчас он бафом. Если супер анбафом, то 3600. Три тысячи восемьсот. Правильно, да? Я услышал.